Тем временем депутаты Госдумы пошли на уступки водителям большегрузов. Напомню, с 15 ноября было запланировано введение платного проезда по федеральным дорогам для грузовиков весом более 12 тонн. Нововведение спровоцировало забастовки с участием водителей большегрузов по всей стране. Теперь депутаты готовы отложить введение налога на 3 года. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Плату за проезд большегрузов по федеральным трассам могут отменить на 3 года. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Авторы инициативы считают, что в условиях кризиса новый налог будет нецелесообразным, и его введение может привести к социальному взрыву. Собирать плату за проезд по федеральным трассам грузовиков с массой больше 12 тонн решили еще несколько лет назад. Считается, что именно эти автомобили портят дороги больше других. Неуплату социальных взносов могут сделать уголовным преступлением. Соответствующий законопроект правительство России направило в Госдуму. Разработчики предлагают за выплату так называемой серой зарплаты лишать предпринимателей свободы. Наказание собираются назначить в зависимости от объема неуплаты страховых взносов. Минимальную санкцию планируют установить в виде штрафа в 200 тысяч рублей. А самых злостных уклонистов предлагают сажать в тюрьму на срок до 7 лет. В парламенте обсуждают возможность введения для жителей России выездных виз. Такие предложения поступают от различных структур. По задумке тех, кому принадлежит инициатива, россияне будут получать информацию о безопасности в тех странах, где они собираются отдыхать. За эти официальные данные человек должен будет расписаться. После этого турист получит право выезда за границу.